Если у вас есть действующая шенгенская виза, и выдались выходные или каникулы, то хороший вариант отправиться на уикенд в Европу. Mai repülőtünk Budapest-Ferenc nemzetközi repülőterén 2 óra és 10 percig fog tartani. Mint látod, megkezdjük az előkészületeket a felszálláshoz, ezért kérem, tegyenek önök is így. Csatójába biztonsági öveiket, azt a kelyket állítsák zárt, függőleges pozícióba és napelemzőiket nyissák fel. Например, на 3 дня в Будапешт. Увидеть венгерский оперный театр. Прогуляться по проспекту Андраши. Прокатиться на метро. Будапешт очень дружелюбный и гостеприимный. Прекрасные архитектурные творения, скульптуры. Величественный Дунай, цепной мост так и манят прогуляться по Будапешту. Несмотря на то, что в январе очень ветрено и очень холодно. Это нулевой километр, кинь, чтобы вернуться. Поднимаясь на фуникулёре, вам открывается замечательный вид на столицу Венгрии. Обязательно к посещению храм Матиша. И рыбацкий бастион. Нельзя оставить без внимания купальни с термальными источниками и бассейнами под открытым небом. Все это вполне можно успеть за 2 дня. На 3-й день в Будапеште выпал снег.
мы отправились на гору Гилерт, где находится цитадель и памятник свободы. Далее вниз, и с набережной открывается вид на венгерский парламент. Затем на метро до площади Героев. За ней расположен парк и замок с забавно звучащим на русском названием Вайдахуня. В парке расположены купальни Сечени. Это самые популярные и многолюдные купальни Будапешта. Хорошее завершение третьего дня нашего уикенда. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.